пострадали? Да нет. Это зря. Имена сильные магические печати. Это здесь. Отлично, это место. Да оставьте меня уже. Я, сука, знаю, что так не делается. Хорошо, что знаешь. Яма раскопанная и пустая. Что это значит? Что Игоша вышел на охоту. Смотри! Возьми его на руки, быстро. А если он разозлится? Он же нас мигом загрызет. Не повышай голоса, не то растревожишь его, пока он спокоен. Ни хера себе! Что ж будет, если он забеспокоится? Он перегрызет тебе шейную артерию, и ты истечешь кровью, прежде чем я успею тебе помочь. Скажи, если он начнет вертеться. Успокою его магией. Подними его, возьми его в руки. Боги мои! Вернемся в замок. Как? Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенды и обратить его в чура. Yeah.
поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Это здесь. Отлично. Да. Хорошо. Яма. Что это? Что это? Возьми его на руку. А это? Повышь. Он перебит. Вернемся в зал. Яма с ним. Кажется, ты хотел проверить силу легенды и обратить его в чура. Ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Это здесь. А ты? Да. Хорошо. Я... Что? Возьми его. А я... Он перед... Вернемся в залы. Как? Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенд и обратить его в чура. Черт. Thank you.
В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Ты здесь? Да. Хорошо. Я. Что? Что? Возьми. А я? Он перед... Вернемся в зал. Как? Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенды и обратить его в чура. А, к черту. Ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий.
Да. Хорошо. Что? Что это? Вернемся в замок. Как? Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенды и обратить его в Чура. Черт. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кей Румец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий. Здесь. Вернемся в замок. Как? Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенды и обратить его в Чура. Yeah.
успокоиться. Хочешь сделать? Я ничего, а тебе надо его зарыть под порогом. Если предания не врут, к следующему утру он превратится в чура. Тогда он будет связан с твоим домом, а мне поможет найти твою семью. Ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Здесь. Хорошо. Яма.
Что? Что? Возьми. А если... Повышь, не... он перегрыз. Вернемся в зал. Как? Прямо с ним? Кажется, ты хотел поднять сильный агент и обратить его в чудо. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кей Румец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий. Thank you.
здесь. Отлично. Хорошо, что знал. Яма. Что это? Что это? Возьми его на... А если он... Ну, повышь, он перед... Вернемся в замок. Как? Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенды и обратить его в чура. А, черт. Они чуют Егоша. Вернусь могилой матери. Делай хочешь сделать? Я ничего не понимаю, я не забыл про фронт. Если... Когда не Неврон к следующему утру превратится в чур. Тогда он будет связан с твоим домом, а мне поможет найти твою семью.
светится, как уголь. Я его не удержу. Получилось. Перестал вроде. Ты выбрал имя? Нет. Ну так придумай какое-нибудь. Это важно. Это девочка? Как она хотела бы ее назвать? Повторяй за мной. Силами неба и земли. Силами неба и земли. Миром, что не стал твоим домом. Миром, что не стал твоим домом. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Нарекаю тебя именем, и скажи его, и признаю дочерью. Нарекаю тебя, Дея, и признаю дочерью. Хорошо, теперь зарой тело. Что теперь? Через сутки Дея должна превратиться в Чура. Я останусь здесь и подожду, а ты возвращайся к себе. Я подожду с тобой. Исключено. Но ребенок-то мой, я за все в ответе. Поздно проявлять родительскую заботу. Потом ты ничего не сможешь сделать. Но я... Никаких но. Это работа для ведьмака. Я должен ждать здесь, пока Егоша не превратится в Чура. А ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства. Взываю к тебе силой крови и заклинаю именем. Услышь и приди на мой зов, Дея. Укажи мне дорогу к своим кровным родичам. Знаешь, что такое коррекционные звездюли? За какие грехи наказали меня боги такой компании? Пам-парам! Пам-пам! Пам-парам! Нет!
бьет, как из ведра. Держали. Может, стоит туда заглянуть? Браслет. Наверняка его обронила одна из них. Подкова. С молокуром не хватило бы денег на коня. Одежда? Здесь кто-то переодевался? Обе были здесь. Значит, я иду правильно. Она хочет показать мне что-то еще. Пошла! Все. Но пошла. Скажи, что умеешь. Здесь уже побывали трупоеды, но
все равно стоит смотреть друг лошади. Что у нас тут? Кости лежат тут уже какое-то время. Седло прогрызли. Трупоеды становятся все прожорливей. Следы огромных когтей. Это не трупоед. Не хватает подковы. Это стечение обстоятельств.
или конь потерял ее на старой смолоконе. Оторвать башку мог только кто-то очень сильный. Здесь они, похоже, наткнулись на какую-то могучую тварь. Будем надеяться, они все-таки выжили. Похоже, след ведет дальше.